Так, Chevrolet Aveo, двигатель 1.6. Значит, вот у меня этот датчик, да, поломанный. И купил такой, не знаю, подойдет, нет. Купил такой, не знаю, подойдет, нет, сейчас буду пробовать. Ну, вроде подошел. Даже защелкнулся. Подошел, защелкнулся. Ну, теперь надо отверточкой будет его открывать. Так, все, подошел до этого. Нормально. Сейчас отверточку возьму. Или какую-нибудь эту штуковину. Нажимаем. Нажимаем. И должны. Ну, в общем, двумя руками я не могу. В общем, подошел. Нормально. Все, останется только припаять, и тогда уже будет точно ясно, пойдет, не пойдет. Значит, вот я заменил фишечку на датчик коленвала. На этот вот. У меня ошибку выдавала. Думаю, да что такое? Вроде все в порядке. А потом снял фишку, а она вот отломана. И, кстати, машина ездила без проблем. Значит, когда снял уже, ну, тут разбирал, чистил же вот это все, да, смолой какой-то залито. Тут, в общем, провода все были пополопаны вот здесь, с краев. Оплетка пополопана у них была. Значит, ну, припаял, зачистил, припаял, все скрутил вот так. Сейчас вот я герметиком замазал немножко, чтобы в контакты вода не попадала. И все, и поставлю на место. Значит, ну, соединял я по одному, чтобы не ошибиться. Брал я вот так вот. Значит, вот выступ, выступ. И, соответственно, здесь выступ. Здесь выступ. Так, Фукусима где-то. Вот, вот выступ, вот один. Значит, и вот таким макаром по одному отрезал. Один сначала прикрепил, красный. Потом черный-черный и зеленый-синий получился. Значит, вот такая вот беда. Так что смотрите, проверяйте. Может быть, из-за этой ошибки выскакивает у вас из-за этого датчика. Вот когда я его пошурудил, почистил, тут смазал немножко, одел вот этот же датчик, да, ошибка исчезла. Все, машина ездила без проблем. Ну, как бы... Ну, из-за того, что если он поломан, да, будет вот так вот на вибрации отходить и постоянно мне будет голову морочить. Значит, в Китае заказал. Сейчас я вам покажу. Вот такую вот фишку. Доставка неделя. Да, думаю, ну как раз неделя в это. А вот эта фишка. Доставка. Значит, до. До апреля. И что вы думаете? Значит, вот за эту фишку, вот за эту фишку я заплатил 500, ну, чтобы с быстрой доставкой, да. Правда, единственное, что тут алюминий, не алюминий, этот медь. А здесь алюминиевый. Ну, думаю, не будет большой разницы. Это сигнал не электронный, а электрический. И особой там погрешности не должно быть. Значит, и что вы думаете, вот и пришла фишка, да, через неделю приходит вот это вот, хотя она должна в следующем месяце прийти. И это 128 рублей стоит, это 500. То есть, ну, сами понимаете, да, как китайцы уроды делают, чтобы люди покупали у них. Здесь срок больше был, здесь в апреле же должна прийти. Сегодня у нас март, в следующем месяце должна прийти. А эта фишка через неделю, а заказывал я, ну, где-то полмесяца назад. И вот пока добрался до этого датчика менять, и то пришло. И, соответственно, переплатил только деньги. Ну, ладно, будет запасная куда-нибудь фишечка пригодится. Нет, я продам ее спокойно за эти же деньги здесь у нас на месте. То есть ничего не потеряю. Как бы, ну, вот так вот. Сейчас герметик подсохнет. Я немножко это... Ну, герметик подсохнет, я одену эту штуковину и туда. Я проверял уже, становится идеально, защелкивается, все.
Единственное, что вот здесь вот на заводской, вот здесь выемка есть небольшая такая. Ну, неровная вот эта железячка, а немножко и выемка, да? Ну, она ничего не мешает абсолютно. То есть, аналог на пару процентов отличается от оригинала. Вот такая же фишечка, кстати, почему поставил не то, а это. Ну, тут думаю, ладно. Как бы это, тут головка, видите, какая вот. Ну, вот сама вот эта вот, вот эта штуковина, она как бы и контакты близко. Вон они, контакты, да. И она, ну, немножко другая. А здесь вот это вот, значит, она один в один практически с родной. То есть вот здесь вот три бабышечки и здесь три бабышечки. Единственное, что здесь какой-то... А, здесь для чехла. Еще чехол нужно заказать. Но чехол стоит так же, как и фишка. Так что смысла особого нет. Герметиком замазал, и тот же эффект. В общем, ну и там силиконовая проставочка. Вот силиконовая, да, белая. А тут желтая. Ну и хрен с ним, желтую мы оставим в этот. Я вот это не выкину, а положу в запчасти. Вот эта прокладочка, ну не дай бог, где-то что-то это потеряется или износится, или еще что-то, вам любую прокладочку уже не покупать. Запчасти надо обязательно перебирать и хорошие оставлять. Ну, на всякий случай. В общем, такие дела. Так, ладненько, все, всем пока. Смотрите, что будет дальше. Подписывайтесь, смотрите, что будет дальше. Всем peace.